Доброе утро. Всем привет и доброе утро. Да. У нас реально утро. 8 утра. Да. Так, короче, мы едем на Кристины. Да. Сережа, крестный папа, мы когда-то говорили это. Да. Сегодня у нас... Таниной сестре. Да, сегодня у нас праздничный день, поэтому едем. Да, сейчас поедем туда, сначала станем крестными, а потом сразу же поедем... На дачу. О, с тягами походу, на дачу. Марина звонит. Ага, никого не дома, дома. Батюшки. О, надо будет уже ковриками заняться в машине. Сложок. А, во. Сейчас. Это вчера же нам пацаны мелкие подарили. Вот, спасибо санчики. Большое. Видите, на дачу. Везде? Да. Да. А, понял. Держи. Все, а едем. О, молодец, Тима. Тишь и гладь. Пока. Заметил? Утром, да. Да. Что кипишу? Так надо, чтобы кто-то откипишовал. А, понял. Там же тише гладь. Так, все, до Маруськи позвонили, все хорошо. Там тоже еще не все собрались. Так что мы успеваем нормально все. Ну да. 09:09. Мы небольшой колонной едем. Шиша? Ты же здоровался. Он еще спит? Ну ладно. Вода и небо реально практически сливаются. Помнишь, как было, что они сливались? Помнишь. Необходимо просто выбрать как-то день и вырваться на голубой. Я хочу нырнуть уже. Так, все, приехали мы уже сюда в город. Да, нам осталось реально пару минут, и мы уже там. Наши уже приехали. Сейчас мы приезжаем. Еще ждем минут 10 и заходим. Где-то так, да. Поздоровлю вас, хрещеный тато. Ага, спасибо. Все. То куда? Все, то нами. Все, и шашлык ждет уже, поехали. А мама ходит в школу, там где забирала. Спасибо. Ой, якая там. Кто, кто? Я хоть покажу себя. Да. Во. Красота. Все? Вы к нам? Там шашлык готов? Да. Ну все, залазьте, поехали. Там еще есть штучки. Так, о, погодите, сейчас, я понял, да. Сейчас. Не? А сколько времени сейчас? 10:20. 10:20. Ну, пока пофоткались, пока туда-сюда, ну час, да. Да я же говорю, без заки будет. Это все. А завтра тоже, да, крестные? Всі в полдесятого. Всі важні справи треба робити завтра. На півдесятої причастити дитину. Ну, я, короче, Маріна не знаю, у мене на півдвінадцятий автобус. А Таня завтра на роботі 100%. Мене не відпустять. Что-то придумаем. Как-то надо это продумать. А перенесем на пару месяцев. А что именно на завтра надо? Ну, на ранок, кажут, треба причастити після хрещення, треба на ранок причащати дитину. В принципе, не принципово, чтобы конечно, это... Можно, чтобы да. И мама принесла. А, все, тогда не вопрос. Тогда не є проблема. Кроешь? А, здесь. Помощник. Ты с крестиком будешь носиться или в машине ставишь? Так. Не, его не тебе. Да. Сережа, да? Да. Сережа, ты ж теперь заносишь малого и кажешь, брали не хрещеного. Привезли хрещину. А, да? Так это мне надо, говорят, надо нести. Да. Серега. Все, вручай мне. Официальный Сережа должен занести, да? Твой браво это заносит. И кажет, согласен. Так, что там, надо что-то забирать вот это? Да. Вот что это? Сейчас. Какой? Телефон. Вот это. Телефон. Да. Даю в руки, чтобы а там все, только вот это и все зайдет? Да, то это ваше. Ага, лужи так и остались, да. Все готово, теперь можно поздороваться, да? Нема за что. Спасибо. Крестик посеяли, да? Так, где мясо? А где Тёма? Мяса, кажучи, нема. Мяса нет, там плов сзади готовится. Серега, там плов готов. А, понял. За кирпичами. В смысле? А что это за лакшери производство? Тёма, туда нельзя ходить. Вот сюда не заходи. Прикольно. Да, я знаю даже, что надо сделать. Ого! Вау. Сколько она весит? Я тебе говорю, я не знаю, сколько она весит. Тяжелючая капец. Короче, ладно. Сейчас кушаем и выдвигаемся к нам. Да, мы пришли покушать. Ну да. Через лужи приехать. А я говорю, Марине. А просто дожди, дожди были. Что мы будем делать, я говорю, кум же будет ехать, а что, я говорю, может пойдем лужу вычерпаем. Хорошая идея была, да? Надо было фен взять и феном высушить. Высушить феном, да. Намочить колеса ничего страшного, а вот когда грязь,
потом их поддраивать. Сейчас пойдем вытерпаем. Короче, я понял, там надо проще щебенки занести было, засыпать сразу. Наплакался, наверное. Жарко было. В машине, на солнце. Правильно. Колбасы побольше. Надо, чтобы был не лаваш с колбасой, а колбаса с лавашом. А пахнет-то он как? Подходили, понюхали. Так казан 5 кг весит. Правильно, да. Где-то 5 кг, реально. Он правильный. Он правильный, правильный. Он же не должен быть там костер. И оно не жарит, а именно тушит. Это вок. Пора уже надевать по рюмочке. Да, по рюмочке уже. Нам, пожалуйста, сока. Нам сок желательно. Все, идем. Нагулялись. Можно ехать. Сыном нагулялись, да. Да. Это нормально. Пару часиков хватит. Все. Обнял. Все. Люблю, целую. Все. Давай. Да, давайте, еще раз поздравляем и нас, спасибо, и вас. Да. Зая готова, через день, через два буду кричать, ну что, где фотки, где видео, вы скинули. Не-не-не, то все остальное видео мне, не срочно монтировать. Так уж и быть, я тебе куплю флешку и скину все. Нет, не все мне скинешь. Не все, да, все, сначала часть, остальное за деньги. Нет. Локация. Все, короче, долг свой выполнили. Все сделали, покушали. Ну, мы сколько просидели, два часа ровно. Да, где-то мы такие часа. Сильно гульки не любим, поэтому нам как-то... Мы не пьющие люди, все, что можно сказать. Пришли, отметились с людьми, пообщались, поговорили, пока все в состоянии, все. Да. И поехали. Да, поехали домой. А там, кстати, вы видите, что вот это за штука, да? Там трещит все. Видно, и вот там. Вы поняли, да? Ну, в смысле, трещит, там гремит. Вот небольшая, и вот там вот. Но погода сегодня очень тепло, 25 машин только показывает. Да, сегодня хорошо так, и жарко. Так и передавали, 25-26. Даже если дождь пойдет, это будет нормально. Вообще будет классно, да. Так что все, едем на дачу, позвонил только что Русик, они уже проехали. Короче, мы в разнице минут в 5-7 друг от друга. Да, мы чуть-чуть отстаем. Мы прям не сильно скооперировались так, чтобы просто сказали, что если что, езжайте туда. Да. И получилось так, что и мы выехали, и они. И отлично все. Так что сейчас приедем, попьем чайка и будем смотреть, что там нам надо пополивать, поделать. О, пускай проезжает. Ой, бровка. Наезжает на бровку. Ему прямо еще выехать, ну, да? Прикинь, не наехал. Молодец. Хороший мальчик. А спасибо, мог бы и махнуть. Какие? Прикольно. Короче, чисто посмеяться. Вон, видно точку, кстати. Это наши. Мы думали, они нас обгонят минут на 5-7, реально. А мы догнали их почему-то. Мы их догнали и впереди. Только не понять, странно, что почему-то, да? Сейчас подождем. А где? Вон, а вон мы их обогнали. Просто ехала фура, и за фурой какая-то ехала знакомая машина. Она говорит, я не вырюсь, это они. А говорю, там, по-моему, синяя и Шкода. Именно Шкода? Да. Ну да. Вон она, вторая машина спускается сверху, вон они. Детей своих пропустили вперед. Да. Подождали, пропустили. Дали им возможность заехать первыми все-таки на дачу. Не, в смысле, ну просто ну, вдруг где-то дорога лужи там поразгоняет пока. Хитрый. Шо? Ехали бы на дороге, валялась просто, да. Да. Подобрали розочку. О, соседи приехали. Не пропадать же ей. Ну, правильно, соседи приехали, потому что нам встать надо где-то. Выходной. Ну, ладно. Вот. Просто Русик, давай дальше. Ура, что не так? О, Господи, всех, кто надо, кто не надо в сборе. Ой, а что это у нас? Какая что-то зеленое там растет. Аж странно, да? А нам куда встать? Не имею ни малейшего понятия. Нам сюда надо тоже заезжать. Скажи Русику, чтобы просто дальше заезжать. Русик, давай еще дальше. Ну, конечно, чтобы я влез сюда.
Правильно? Так. А мне одному? Кажется, что там ничего все-таки не выросло, да? Да не, еще не вырастет. Бурьяны попринимали. Бурьянчик, да, все нормально. А это ничего не вырастет. Он заново принял. Че не? А тут такое чувство, что... Вот непонятно. Мы читали, что оно еще... ему надо как минимум неделю. Вот это же оно лежит. Надо... Так что оно пропало, наверное, ничего не выросло. Или это не оно? Не, вот это оно. Оно чуть-чуть, да? Нет, смотри. Вот. Все, короче, вырастет. Есть. Да, вырастет, вырастет. Аккуратно, Тём. Зай, не ходи там сильно. Вот, да, есть, сейчас посмотрим. Что-то там есть. Ну да. Во! Одеяльно. Красота. Все полито. Еще полито. Смотри, ничего не попадало, все это. Ну, надо еще клубнику. Все стоит. Что тут клубника? Во, клубника еще больше стала. Давай еще во. Надо... Смотри. Зай, бурьян надо снять. Ну вот это надо бурьян только повырывать и все. Офигеть. Кукуруза. Так, а что это тут? Что это за потоп тут? Что за яма? О, это кукуруза! Да. Это кукуруза. Что еще вылезло? А на той стороне не сильно, я бы сказала, кукуруза. Но там же оно не это. А, то, наверное, рано еще. Мы чуть полить? Позже там сажали на несколько дней. А, полить? Тёма, смотри, какой деловой. Я же говорю, два в одном было? Ага. Да. Да. Нет. Можно я полью? Нет. Почему? Это Сережа. То мне надо было купить там, чтобы я был с крестиком. Нет, пока... Тёма, давай мы сейчас по лужам будем ходить. Не годится Маша это. Маша просто решила присесть. А, понял. Тогда не надо было. Катя, немножко перекрой. Пробка. Образовалась пробка. А остальное когда вылезет, зай? Скоро. Я понял. Как только, так сразу. А вот то, что за большие листики о, там, зай. Цветок. Зайчик. О, кстати, распушился. Ой, прикольно. Что? Ты знаешь, ты будешь чилить? Нет, сейчас я расскажу. А, ага, план действий за камерой, я понял. Окей. Что ты тут возмущаешься? Ну смотрите, сколько. Тёма, тут, кстати, тебе кое-что есть. Но это потом на голову. Но это тебе на пляж. Окей, я хочу сейчас поиграться. Ну поиграйся. А что ты, даже... что ты там прячешь? Что-то? Ничего. Вот подписчики подарили. Я ложу в руку. Все там, да? Ну, а куда? Блин. Не спеши, я же говорю, не спеши, зай. Точно, я там знаю. Еще внутри. Нам подписчики подарили вчера. Телефон давай. Прикольно? Сколько у нас машин? Кого? Так, а зачем мне перегружать свою машину? На, держи. Трошки есть. То просто Марина виновата, она не заасфальтировала дорогу. На голубое едем. Вот только не будет туч, сразу поедем. На следующий, через несколько дней поедем на голубое. Да, Зай? А, да. И вот. Три штуки. Отлично. Все, устраивает. Все, беги относи. Че? Чайник. Погоди. А? В чайник воду. В чайник да. Воду? Надо. Мы взяли. А какую вы взяли именно? Чистую. Именно чистую? Да. Чистую. Лучше возьми. Набирали. Пожалуйста, лучше возьмите. 5 гривен потратили, да? 10. А, вы две бутылки. А, нет, извини, 12. Понял. Неси. Я по 6. Я верну все. Если нужны бутылки, ты только кричи. У нас дома штук 40 их. Новых, нулячих, только ж купленных, один раз налитых и все. Это сейчас вверх поедешь, да, или не, или вниз? Да. Стоять. Что это за... Пошли. Это на Глубокое озеро. Здрасте. Я сейчас буду кататься. Мне кажется, она сильно... Да он свалится. А тут уже этот... Пенек. Свалится, будет. Короче, хотели Тёмику сделать хорошо, и походу не получится, да? А, нет, это труба. Разве что, ну, сюда. И пенек как-то его в другую сторону. Да, он на нем залазить будет, ладно. Или вот сюда. Вот так вот, за это. И просто зацепите его. Замотайте его и зацепите, да? Ну, я же пытаюсь. Тёма, это все для тебя. Не только для меня. Ну, вообще для тебя. Да не только для меня. Ну, только еще понять надо, как лежать на нем. Я знаю как. Да? Я предполагаю, где ты будешь через одну минуту. Под ним, а не на нем. Вариант.
Ну? Да никак ты его не потянешь, потому что места мало. Ну, в смысле, ну, ты его так и не это. Вот. Ну и кто будет пробовать? Давайте я. Все равно маловато. Давай. Ой. А, нормально. Как минимум надо еще. О, я же говорил. Я попробую. А, ну дай. Дай. Главное не удариться об вот это. Че? Ты думаешь, не стоит? Ну куда ты грязными ногами? Я ж не дотрагиваюсь там. А, конечно. Да. Вообще ни сориночки нету. Тёма, ты дотронулся пенопластом до дачи, она чуть осыпалась. Я знаю, куда можно. Да, по-моему, нормально, а что не так? Сюда ещё. Можно еще и туда выше сделать. Только головой просто туда. Но мне кажется, ниже падать будет отсюда. Зай, просто головой туда надо ложиться и все. Ну да. Тёма, все, ложись спать. Давайте заниматься едой. Я чая хочу, сильно, потому что я у Маринки не попил чай. Да. Вообще-то. Да, плохая идея. Быстро все поели, короче, молодцы, хорошие мальчики. А, мяса тоже нет, мы вчера под гаражом стояли. Честно, я только что наелся шашлыка. Мяса нет. Вы же историю смотрели? А, ну я наелся шашлыка, мне накормили. Плова наели. Натырить по кусочку. Да я хотел натырить, но он был трошки подсушенный, подгорелый. Поэтому я думаю, не надо, а? А плова натырить? Да, там плов был хороший. Возвращайся. Холодненькую водичку кто-то будет? Че, а? Холодненькую водичку. О, это же вы чемоданчик свой этот взяли, да? Холодбздильник. Кто-то будет? Ты мороженое купил? Чуть-чуть буду. Так лучше бы мороженое купили, да? Я буду. И я буду чай. Короче, там Тёма с вот этой штуки уже два раза упал. Поэтому это не для него. Не того уровня. А теперь будут заметать здесь и стелить ему и все остальное. А если бы я послушали меня в предыдущий раз, тут уже была бы сетка. Да, Зая? Никто не померил, сколько ее надо. А что ты не взял рулетку? Она мне. Что ты не взял рулетку? Я взял Русика. Для каких все? Вообще умные, да? Ну, Русики не померяй. Мне вот только. Да, там просто Ульяна одета не по-русски. Это. А, да, все понял. Не по-ютубовски. Ютуб неправильно, не по-ютубовски. Ты на них не место. Короче, вы все нормально. Никого не смущает? Ничего? Нет. Как по мне, все идеально. А, то есть лишь чтоб стол не вымазали, да? Ну. Ага. Потом сказали, что мы виноваты, мы заставили ребенка. Стой, не ставь. О-о-о. Зай, вот бумажечку возьми, простели, если хочешь. А, там песок был, да, согласен. Ладно. А то потом получилось бы без разницы, где ты делаешь это, да? Понял. Типа сильно темно дышать? Ну, как бы мне, да. Что да, там в красном стекле? Что там? Попробуй ее как-то открыть, ничего там не подставишь. Я видел, ну можешь не сделать, кстати. Можно было не рвать резиночку с твоих этих штучек. Так я не рвал, то Таня. Я тебе не показываю, не бойся. А такое тебе нет. В общем, это должна была быть картошка с салом в фольге. Ну кое-кто замало фольге. Ну, кое-кто? Ну тихо, неважно. Ну просто закончилась фольга, давайте скажем так. И мы решили пожарить на остатках фольги, типа как на сковородке, картошку с салом. По-моему, да, конечно. Она сейчас растает. И тем более как раз, смотри, как прикольно, как раз угли, то есть ее же можно будет жарить именно. Во. Так что сейчас сделаем? А потом угли останутся на шашлык. Можно будет добавить. Одеяльно. Да. Ты устала? Да. Я сегодня рано встала. Так, а... 5 минут назад был распален мангал. 10, хорошо, неважно, он уже не работает. А Таня пока там делается картофан, решила прорвать клубнику. О, я даже вижу с красным ободком клубнику. Зай, ты видела? Чтобы она быстрее была, надо бурьян убирать. Зай, смотри, вон красная. Ага, начинает. Видите, какая-то сюда придет... Эй... Нехорошая рука чья-то сюда. И начнет трогать нашу клубнику. Зая, ты умеешь? Я знаю, кто умеет. Ну вот и все. Не, ну просто как бы, знаешь, не твое не лезть.
Надо себе вырасти или пойди купи, кто ж мешает, правильно? Так, что ты там стоишь, прохлаждаешься? Перчатки в руки? Не, я пошел мангал делать. А Тёма там, тебе что, купить такое, да? Да. Отлично. Зай, ты понял? Давай, будем валяться. Я тебе такое куплю и потом на отдыхе с палатками сделаю. Ничего, ничего, так. Ну, так, тогда... Вал не горит. Понял, в другую сторону. Что короче, смотри, горит? Предлагаю взять сетку, выстелить полностью, не прям сделать как казанчиком, выстелить, и пошли жарить. Да. Правильно? Че не горит? Кто? Она. А, я думал, опа. Понял. Опа. Пошли распаливать. Раз. Вот это вот берем. Только не вот это, наверное, берем. А берем... Я понял. Ну вот эту бы спалить тоже забрать. Короче, сейчас разберусь. Горелку свою подпалите. Ну. Виноградных палочек, пожалуйста. Пойдет? Пойдет. Ну что, Тёма, получается? Ой, как там справа глянь. Не получается. Давай. Ну давай, зайчик, дайте, подожди. Зая, тут проблема. Понял. Не надо, девочки. Как хорошо. Подожди минутку, что говорит. Так, ну мы тогда пошли делать, чтобы сетку сразу принести. Что? А, ну картошку с салом на да, сетку сразу разложить. Сразу забрать, ага. На тебя покушается. О! На меня покушается? Да! О, на меня тоже капнуло. Переносится, да, за две ручки? Отлично. Там одна ручка. Две. Две? Да. Супер. Видите, чем занимаемся? Мы делаем себе крышу. О, просто как бы... Наверное, вовремя делаем. Как бы... И чувствуешь, холодом этим вот тянет. Вон там вот ливень идет. Дарю. В смысле дарю? Прямо. Серьезно? Да, нольцевая. У меня теперь будут идеальные перчатки для работы на даче. Отлично. Так реально, прям хорошие, нифига себе. Да. А тут веточка. Понял. Спасибо. Ну, это точно пригодится. Ну, почитался. Понял. Не, ну там же выдают. Да? А, понял, спасибо. Их уже нету. Я тебя услышал. Просто понял, у них, короче, есть фишка у этих перчаток. Но ты работаешь. А, понял, да. А для дачи они будут, да, надолго. Кстати, в них четко мангал можно перенести. Ну, понял. Тут просто вот, оно лишнее. Ну, понятно. Все же оторвалось, оно лишнее. Так что это у нас клиентка на постоянной основе теперь будет здесь жить? Может быть. Ну такое себе, да? Такая гламурная, слышишь? Ну да. О-о-о, все, дело пошло. Баллончики падают уже. Их можно. Что там? Я там себе это... И шо? Так, погоди, оператора трогать нельзя. Можно. Только осторожно, да? Вот. И вот это вот убрать. Ну все. А туда сверху какую-то палочку еще закинуть, чтобы она не летала? О, там ямка была. Ну все, пойдет, короче, да. Во, вот так. Красиво. Мне все нравится. Гламурно. Гламурненько. Да? Нравится? Угу. Целый? Чистый? Теперь две ноги раненые. И батуты тут мы сняли. Батут. Гамак. Взяла. Кстати, нормально получилось. Мне прям нравится. Что, зайчик? На. Угу. Узел. Ну да. Аккуратно. Аккуратно. Не спеши, больше оторвешь кусок. Хватит. Можешь на низ положить, чтобы было, да? Смотри, как раз. Да? Нормально. Заворачивай. Все, кажется, сделаем типа себе такую... О, вот так вот, наверное, будет светлей. Сделаем такую себе мини-сковородку. Дёрнула. Ничего страшного. Так что ж ничего страшного. Что теперь рубить? Паника. Там гремит. Ой, гремит там, да. Давай,
нормально готовая сковородка. Все, теперь давай сало. Вот так вот выстилаем сало. Ты, а что так мелко? Нормально. Меня вот так устраивало. Ну, зачем-то она разрезала, да? А тут сало ты чуть-чуть перестаралась, разрезала. А, там мелкое было, просто его... А, понял, не понял. Так, не так. Понял. Конечно, там была цвиль, она ее вырезала, просто получается. Сейчас, так. Кого? Мама. Чтобы уже... Да. И будем как раз жарить, поджаривать. Нормально. Уже сегодня после крестин, я понимаю, что руки у тебя устали. Угу, о, хорошо так не держался, да. Одна там, вторая тут, третья тут. Что такое? Сзади. Четвертый сзади. А пятый? В задний план нельзя. Пятый возле мангала, да. Смотри, как красиво. Угу. И сверху картофан. Так не хватил? Ну да, как раз. Кому-то еще уведомление приходит. Прикинь. Так лучше. А давай сверху там, может, закинешь, не? Сверху там. А, как хочешь, ладно. Ну, ладно, ладно. Может быть, к нему что-нибудь достану. Что там? Тёма, текай. Это еще надо посолить. Надо было там посолить сначала сало тоже. Да все. Так. Фу. Что там? Таня говорит, хозяйки плохие. Говорит, ничего не хотят делать. А что не так? Да, а что не так? Не знаю, все хорошо. То, что не посолено, да, я говорила. Да не. Это просто Сережа. Сейчас будет вкусная еда. Понимаешь, что просто Сережа? Что просто я, да. Она тут гремела, только что красиво, да. Что? Угу. Да, сейчас точно там как ливанет. И будет у нас дождяра, да? Ну, по стандарту. А все равно ничего не боимся. Дождь нам не страшен, да? Не. Может, эти уголочки пока бы не ложила, вот эту картофанку. Угу. Потому что там много картошки. Смотри, лакшери какой, а? Ну, в огонь. Угу. Все готово. Ой. Ой. Ну такое себе. Да, и на меня что-то капнуло. Светлая за ним идет. Но так темная будет идти полчаса как минимум здесь. Так что если пойдет, то пойдет конкретно. Пойдет. Надо, надо, чтобы дождь пошел. Нам надо траву, газон пока поливать. Я могу полить. Хорошо, согласен. Папа, я могу полить. Так. Это убираем сюда. Слышите? Зай, там уже быстро, там сильный уже идет, там фокус. Убирай мангал. Так. Давай. А куда убирать? Как одеть эту перчатку? Покапывает, сумочка, покапывает. Зато тут дождь идет. Подожди, Уля, стой там. Мангал неустойчивый. Хорошо. Ножки ж разъедаются. Я знаю. Ножки возьми, натяни на себя. Натягивай ножки и ставь. Да, раз. И вторую так же само. Это натянут. Все. И никуда он не денется. О, хорошее решение. Я думал, крест спасает от дождя. Так что? Не зря Таня сейчас сказала за это. Да-да-да. Таня, ты как чувствовала? Идеально. Папа. Но хоть не будет тут это все. Ну да. Я думал, тебя крест спасает от дождя. Понятно. В фильмах. На, зачем просто, пожалуйста. Теперь Улю можно показывать. Кто там говорил там про цвет, Уль? Там был про цвет. Был, да. Где? А дождь идет оттуда. Заглянь. Может, поднять надо ее? Кого? Вот эту штуку? Зачем? Она как на сковородке жарится. А что с ней будет? Как вам дождик? О-о-о. Смотри. Потоп уже в клеенках. Ага. Нормально. Ну сюда, по крайней мере, не сильно это. Это ненормально. Нормально? Там тихо, тихо. Там обидно, что туда попадает, ты понимаешь? Ну да.
Я уже замучил, Сара. Да ничего, ничего с ним не будет. Вот дождь какой-то боковой. Да, вот именно же боковой. Декоративный дождь. Все разы такого не было. Все разы просто ровно без ветра был. О, смотри. Капец. Вот машина это льет. Помоется. Ну да. Чистая машина помоется, да, согласен. Ты сам дождь вызвал. Да я не мыл ее сегодня. Реально не мыл. Зайди. Да. Надо... Слей с клеенки воду, да? Я знаю, вот есть что. Отлично. Да все, все, не надо. Ну что с ней не будет. Ё-моё, он еще больше. Маша, текай. Смотрите. По-моему, нормально. Да не, оно туда попадает, как так, понятно. Да. Ай. Ой. Лучше, чтобы это были звуки. Да, ну понятно, да. Почему сюда так? Потому что там хотим пожарить, сюда идет дождь. Сюда идет дождь? Ну, что такое, да, я не понял. Как по мне, это самый. Там целый бассейн был, папа. Я видел. Дождик начал чуть-чуть меньше капать, но гром только что был. О, а вот это красиво звучит. Картошку можно перевернуть. Где там щипцы? Маша! Понял? Маша, иди сразу, видишь, без слов просто. А, ну. Еще и мои щипцы дала. Ну, короче, можно и перевернуть, да? Ну, давай-ка переворачиваем. Потому что моей вот этой будет не так удобно. Все, думаешь, оно? Неси. Неси? Неси сюда. Так, осторожно. Обережно. Запахи идут сюда. Понимаю, запахи. Только смотри, так и держи, потому что ты же понимаешь. Щипчики где? Щипчики? Там у меня стоят на столике. Батаут просто сало, но оно, правда, сгорело. Зато оно нам пожарило картошку. И сразу предлагаю, можно и шашлыки закидывать, а потом там уже их кушать, не кушать, правильно? Следующую партию картошки. Нет, потом после этого, чуть ли не сразу можно, да? Или нет? Как вы думаете? Нет. Я думаю, чтобы мясо было самым горячим. Ну, да. Нет, все равно. Оно все съедобное. Да? Горелкой подогреть можно еще. Вот это. Главное, тарелка не распадет. Ну, так-то не важно. Кажется, не важно. Это было на волоске. Почему-то ли она смотрит голодными глазами. Ты так ты прямо аж как загипнотизировалась. Да, да, да. Ой. Точно надо было так огород поливать, Зай? Мы там ничего не поливали. А посеянный газон точно так надо было? А вот посеянный газон, да. И вот там написано, заливай, сколько влезет. Смотри. Просто. Хорошо, что мы сюда не заезжали. О, соседи уехали. Место освободилось, Зай. Отлично. Да. Но оно нам не нужно. Я сюда болото поставлю. Хорошо. Семочка, не лазь, только будет прохладно тебе. Ну, зато нормально, все полито. Можно не поливать сегодня. Попалишь. Да. Ну, я понимаю, вторая партия красивая, как и первая. Ничего не поменялось, так что неси. Сало меньше. А Ульяна ест картошку сырую. Так, что, солнышко сейчас будет, да? О, сейчас нормальная погода будет. Отлично. Да все, хватит, уже будет такой огонь, что потом там ничего не пожарим. О, все идеально. Представь, что мы в баре.
Так это будет ради мое. Но мне кажется, надо будет еще дровишек подкинуть на мясо. Вот так будет лучше. Равномерно. У нас дождь закончился. Надеюсь, больше не будет. Полил, освежил, да? Я полил нормально. Полил нормально, да. Хорошо, берем мочалки, идем машину натирать. Да, о, пошли быть пошли. Да, 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 едешь мыло, да? А что, раньше так и делали, нормально было. А да. По-моему, картошка сейчас быстро пожарится. Ну, клиентка спасла нас. Да. Так. Теперь у нас тут следующие грибочки. Не надо, оно жар идет. Как раз жар, хорошо. Только его потом раскидать жар. Сейчас сделаем. Не переживай. Оно, как раз это. Оно, палочка, сзади тебя. Мы ею ковыряли. Ковырять? Давай. Вот туда, вот туда. Просто не в ширину. Не в длину, в ширину. Вот. Все. Одну так, одну так, да, одну так, одну так. Да. Молодец. Вот так, вот так, вот так, смотри. Не, а чё ты? А чё, вот так? Ну, ладно. Нашли где капать. Прям в даче. Полы потом придётся мыть. И шо? Да? Я сейчас протру тебя. О, хорошо. Я бы меня устраивает. Не подумали, что оно реально там капает. Да я вижу, как бы. Надо было там. Ложи, ложи. Как да. Хорошо руками. Хорошо, что вода есть, да? У нас на полтора захода. Ну, отлично, будем пока есть первый, второй быстренько поджарится. Вы там нажарили этого угля, уже да? Уже там. А, понял. Уже все. Ну, еще одна и все, да. Какая краса. Много вкусняшки не бывает. Маша! Оно! Маша 3 гривны и наша. Тут дешево. 5 гривен. Кстати, вам еще соус остался. О! Идеально. Только опять положила неправильно сетку. Ну-ка ладно. Ну почему? Вот это и вот это. Почему не так? Ну ладно. Та ти шо? Ідеальненько. Я ж прикавку для чого зробив. Давай скажи. Та зачем воно ж потухне, зай? Тільки тепер як клубнику йти проривати, непонятно. Легко, вона буде краще прориватися. Так це ж далі соус к м'ясу потухне. Ну да, понятно. Чо? Холодно. Свіжо після дождя, да? Тебе холодно? Так зараз буде он сонце. Вот сюди. Вот тепло. Дуже сильно. Руки помыть можно. Вода, кстати, теплая была сверху. Стой, давай, я сейчас протру тебе пол. Спасибо. А то как бы... Мне-то все равно, но просто что-то будем... Будем наступать, просто размажем все. Понял, понял, хорошо. Не кипишевать. Короче, пойдет. Мы сегодня у нас дача для гулек. Там Уля должна была сделать. Если она придет, то опа, и нема ничего. А что не качает? Пропускает, наверное. И что сделать? Открути чуть-чуть. Я не смогу, на. Что не так? Открути ее. Открути ее. О. Он попробует сейчас пшикнуть. Открути и закрути. Понятно. Ну, это вот такие декоративные, вот те классные, которые у нас дома, вот оранжевая. Mm-hmm. Она нормальная. А тут какие-то, что-то где-то пропускают. Только не сильно, так чуть-чуть упрется и хватит. О, все, хватит. А теперь пробуй. Mm-hmm. Да, пойдет. Ну что? Да мне кажется, снимать надо. Давай. Это уже снимать, уже не кажется. Заноси. Все, зай, зай, давай. Так пиши. Я уперенусь в эту сторону. Пошли. Ага.
А, там рвутся уже. Хорошо. Там сетка уже, видишь, какая там. Знаю, я себе... Давай, я подержу. Нормально. Знаешь, почему я мечтала попробовать свой сетчат? Смотри, когда я пишу, я некоторые буквы... Ну... Я запускаю. Когда я пишу свой сетчат, они у меня там... Ой. А, нет, все нормально. А там чуть-чуть осталось. Я же поэтому хочу свой сетчат. Так кто такое делал? Кто достанет? Он один остался, висит. Да, ставь. Давай, подержи. Давай. Сейчас другие сразу закидываем. И садимся пока кушать. Пока эти перекусим, да. А салат никто не делает. Сейчас сделаем быстро. А он надо? Мне да. Хорошо. А сейчас сделаем. Ну, может, не салат, может, то, что же есть, порезать просто. Да. Кромсать и все. Да. Ну, я пойду. Вы пока будете ложить, я уже начну салатик делать. Хорошо. Уля, пошли руки. До побачення. Пошли. До побачення. У тебя неплохо салат получился. Я его закрыла крышку и только что вот так телепала, это, мешала. Телепала, мешала? Да. Тут рычага. Все что-то жуют, Господи. Давай. Там кто-то качает что-то. Голодного играть, что не знаю. Да, только иди, не здесь. Иди туда быстро. Накачай и иди играйся. Уля, подай то, что возле тебя лежит. А, не подашь, я понял. Я сам себе подам. Кафеты? Да. Кафеты. Я понял. Сам себе открою. А, все. В смысле? Я подам. Ветчина. Что для тебя сегодня? Спасибо. Рассвет и туман. На тебе. Покушаешься на меня. Тяпками. Темно. А то, чтобы ты много не базарил. Ага, я понял все. Ладно, я себе сейчас сделал. Вы как хотите. А? Ой, вкусняшку мне оставили. Спасибо. Пожалуйста. Кто-то греется. Кто-то нашел кусок мяса, замариновал его. И сейчас будет жарить. Ты зря, или там его так много, да, я понял. Я хотел сказать, просто в центр надо было все налаживать. Я бы не против. Что-то сегодня мяса многовато у нас. Тоже заметил? Угу. Тоже заметил. Ты жалуешься на то, что много мяса или что? Да не, ну просто. Кто же его есть будет? Найдется кому, не переживайте. Не, да, не сильно туда. Так, вот так? Нет. Вот так? Да. Во. Хватит капать, закидывай, зайчик. Во. Ну теперь оно. Ну, пускай себе на небольшом огне. Вернее, жарится. Да. Пока. Пошла руки мыть. Пока. Что значит пока? Только, блин, единственное, что попрорывать бы хотели клубнику, но там такая грязище. Сильно хочешь ту грязищу после дождя? Да, утож. Зато солнышко вышло у нас, небо, смотрите, какое красивое, чистое. Да, машину пришлось переставить, так как Русик с Машей там поехали по делам. Видите как? И вот, а вот это вот именно вот здесь. Ну ладно. Ладно. Чуть не упал. Так, мы все-таки... Видно, что занялись бурьяном. Во. Фух. Короче, клубничка будет во. Во. Куда этот бурьян? Всего лишь с вот этого вот места. Это вот как-то так. Уля помогает, так что же втроем. Что-то быстр... не сгорело? Не, там все четко, да. Отлично. Ну, короче, сейчас будем дальше прорывать. Все, ага. Ой, чуть солнышко за маленькую тучку спряталось. А, кстати. А солнышко, наверное, сейчас и спрячется. Да? Угу. А вон какие-то тучки странные идут. Не знаю. Так, у нас чистота. Чистотой. Поубирали. Чаек. Все переодеты, кроме Тани. Ну потому что Таня еще убирает. Не хочу замучиваться. Клубничку прорвали.
Теперь ей легко дышать. Да. Правда, там не всю, там еще и в конце чуть осталось. Ну, там что-то, там мелочи. Она в предыдущий раз прорывалась. Да. Она там ее совсем чуть-чуть и мелочь. А так. Тут уже ее много. В следующий раз сделаем, так что все хорошо. Выпиваем чаек. В следующий раз тоже сам едешь. И можно выпивать. Сколько времени, Уль? 20-16. Отлично. Ну, если вы поедете, как обычно, в мои рабочие дни... А, подождите, я вторник, среду не работаю. У меня экзамены. Понял. Вторник утром рано, а в среду с часу до половины третьего. Ты не отключал ту штуку? За тебе вода нужна будет, да, еще? Я не знаю, наверное, нет. Ну, тогда кто-то надо кому-то будет пойти открутить и вынять шланги. Погуляй, расслабься. Все? Все. Так, тут ничего не забыли? Да вроде ничего не доставали. Все? Все хорошо. Так, супер навес оставляем. Потом когда-нибудь переделаем. Что будет? Все временное становится вечным. Что это? Ну, ё-моё, ну что ж каждый раз все кто-то отгрызает отсюда. Так, капец. Все пополам перегрызло. Угу. На края ж наступают некоторые, да? А потом ремонтируй. Бегаем! Не падай. В багажник все положить. А ну, зайчик, помоги. Сейчас. Давай. Ну что, ты хочешь уже сесть? Ну, Кара, только вытрусь ножки, там грязюка, чтобы не было. А ты еще потоптался в ней. Второй? Да. Там задний фон, непонятно, что рассказывает. Все, отдай машину. Серёж, есть идея. Смотрите, у вас покрытие будут туда-сюда мотыляться, там это, летать по багажнику. Да, мы по багажнику нашего перегрузим. Сюда взял ребенка радости и решил на кнопочку нажать. Нормально. Я хотела поменять местами пакетики просто. Ну ладно. Некий молодцы. Да, он засох. Выкидывай. Он там еле. Да я нюхал, его положил. В машине лежал, засох. А в машине пахнет розочкой. Розой пахнет, да. Во, на винограде выросла розочка. Все, погнали. Во, там уже пока. До свидания. Мой. Во. Лужи, тут грязь. Тут капец. Видно, как мы едем? Да, смотри. Я вот вижу. А вон только где Русик, кстати. Я думал, они уже нормально. А, отъехали. Да, оно видно их. Мы дома этот стаканчики заносили. Нормально. А, тут сейчас нормально, нет луж. Розочка! Ты проехал розочку. Угу. С тебя розочка. Угу. Так, а вот тут проблемки. Трошки есть. А может надо было... Зеркала сложи. Зай. Да уже все. Все, съехали. Снесло. О! Едь как едешь, все уже. Угу. Ты так и делаешь, я вижу. Ну ладно. А вот тут хотя бы можно выехать. По лужам помоем. А тут Русик, походу, загруз трошки. Ой, что-то нарыто, да. Оно дальше. Так что ж такое? А потому что сильный дождь был. И солнца последнего не было. Бурьяны повыкидывали на дорогу, чтоб не это. Ямки залатать бурьянами. Если бы это было возле моего этого, возле моей дачи, я бы что-то подсыпал бы туда. Вовечно. Чем лужи там, что были. Вон они, я вижу. И лужа, смотри, какая. А тут со щебенкой же она, чистая лужа. И выезжай наверх. Да. Колеса помыли, хватит. А Русик реально вон он. Ты по такой дороге сильно никого не догонишь. Красотища. На меня сюда капает, зая. В смысле? Капает. А, так кто, наверное, с машины. Даже я не помню. Камера не в каплях. Убивай меня. Откуда же я вижу, там все черно-темное. Отлично. Короче, мы все
Думаешь, поможет? Вот так. Ой, есть капелька. И мы все, мы едем домой. Наелись, напились, наработались, нагулялись, под дождь попали, купались. Домой. Хватит приключений на сегодня. Хорошо, пошучу, да. И на Кристинах попали, и на даче побыли. На этом, ребята, все. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. Огромное спасибо всем, что были с нами. Да. Всем пока. Всем пока, народ. Всем пока. Пока-пока. Ой. Ты мне так понравился голосочек, ты говоришь, пока-пока. А можно еще раз повторить на бис? Все, подстрелки чистые. А на бис? Так тут просто опасно, ты не понимаешь, что тут лужа, тут или яма. Не, ну здесь залатано, поэтому как бы чуть-чуть можно. Класс. Там все чистое.